Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать Project Zomboid. Это история безымянного выжившего. Я не нажал включить кнопку записи. 5 минут геймплея я пропустил. То есть я начал, я побежал в следующий дом, в который мы еще не забежали. Ну, это капец, конечно. Вот что я нашел вообще, в принципе, ничего особенного. Там две сиги, пиво, но это из событий. Я сейчас покажу, там оно лежит все на низу. И очень много зомбей в этом доме было. Так, снимай насадку тоже. Как же меня это... Ладно, это не в первый и не в последний раз, правильно? То, что я забываю включить запись. Такое еще будет, я еще уверен в этом. Так, патрончики сюда. Неприятно, но, блин. О, СКС-45, такое у меня еще не было. Сиди, клянусь. Ну, давай возьмем. Клятвенная CD. Да, и чипсики я там нашел на первом этаже. Вот здесь я их тоже покушал. Ну вот, видите, события. И зомбей вы видите тоже сколько. Сколько много в этом доме. Так, надо поставить метку, что здесь мы с этим закончили. И вот эти... Вот, я же закончил в этом домике, а пришел вот в этот. Вот, так что вы там особо ничего не потеряли. Ничего такого сверхъестественного не произошло. Хватит, сука, ломать доски. Разбирай, ножик бери. Угу, и ты еще, да, тут решила досочки погрызть. Так, убираем, убираем, убираем. Разбиваем окно, убираем осколки, залетаем. 2 ФК удобрения. Это ты шо? Я возьму. Упаковка хисок тоже возьму. Армейские шорты. Жаль, не штаны. Угольный мангал. Но он у меня там уже есть. Мне не нужен. Неплохой гаражик. Мне понравилось. Так, а тут так все заросло. Сучка, 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 сучка. Не люблю, когда так опасно. Опа, целая канистра бензина. Опа, изолент. Блин, ну изолента мало. Я не смогу ничего примотать. Вообще не смогу. Не хватит. Такс. Давай-ка снимай баррикаду. Чтоб еще эти не мешались. Сколько же вас там? Ты один, и ты вот так вот выломал... Доску с ваншота, считай. Краси, ты жесткий чел. Я думал, вас там много. Так, охотничий ножик. Бери. Что на кухне? Будут консервы? Не, не будет. А я даже, знаете, и не удивлен как-то, что нет. Так, ну тут на втором этаже остались, да? Погнали на второй этаж. О, еще изолента. Ну так это вообще найс тогда. Осталось найти мачете целое. Так-с, наушники разбирай. Журнальчики мне не нужны эти. Оружейный кейс с патронами. Это я такой, что возьму. Тем более 9-миллиметровки. 9-миллиметровки-то это, конечно, круто. Так, досочку выбрасывай. Электронные запчасти сюда. Скоро можно будет ехать в какой-нибудь центр или что-то типа подобие его. И начать там устраивать вакханалию. Так, передернуть затвор. Перекинуть дальше. Смотрим, с глока разряжаем. Закидываем сюда и сюда. Что-то я еще ж там вроде бы забирал, нет? Нет, видимо нет. Видимо нет, видимо невидимо. В ванной шо, мыло и макияж для глаз? Мне это мало интересует. Мыло, кстати, не туда положил. А, кстати, может быть, помоемся? Я бы такой, что помылся бы. Давай-ка.
Воды мне явно не хватит на все. Да, определенно не хватит. Но хочется, чтобы хватило, поэтому пошли на низ. Вот тут еще умоемся. Раз, два. И вот этой фигне тоже можно умыться. И уже теперь точно хватит водички. Там же 10 единиц, по-моему, в этом. Ну, на 10 предметов. 100 единиц, в общем, в ванной воды. Так, отлично. Время 14:40, а ты уже хочешь спать? Не смеши меня, пожалуйста. Какое спать? Еще слишком рано. Офигел, что ли? Я запрещаю тебе спать. Приветики. А там еще коп. Куда взялся здесь? Патроны принес. Молодец. Сбрасывай. Патроны отдай. Что по патронам, кстати? 106 штук. Неплохо. Неплохо. Я, в принципе, доволен. Так, следующий домик вот этот и два гаража. Ничего себе, какая булочка сладкая ходит. А ты шо? Без майки еще. Что-то вы как-то шипите, как будто вас тут триллионы, но на самом деле это же неправда, правильно? Я к вам позже подойду, ко мне там пристают. Хочешь автограф? Держи автограф. Так, забаррикадировано. Окей. Молодцы. Вы справились. Вы большие умнички. Красавчики. С локтя убил. Опа! Чё это у тебя? Чё это у тебя? Винтовочка. Давай сюда ее. Винтовочку эту свою. Это выбрось. Разряжаем. И ныкаем. Так, там еще ножик у кого-то был, я видел. Так, очки для чтения надевай. Вот, охотничий ножик. Я такое еще не пропустил бы. О, я понял. Сейчас мы сюда еще вернемся. Сейчас мы сюда вернемся. Так. Давай-ка перекладывай все лишнее сюда. А я, кстати, там витамины находил, я помню. Давай пожрем витаминов. Надо сбить сонливость. Слишком рано ты хочешь спать, чувак. Ну, видимо, еще одну пачку придется съесть. Ну, надо витамины экономить. Это такое себе, если честно. Не вижу в этом никакого смысла. Давай-ка. Будем есть их, ходить. Потому что сейчас ложиться спать, ну это такое. Я уже говорил. Так, а какой домик я лутал, а какой нет? Вот я следующий не лутал. Погнали к нему. А вось там еще будут какие-нибудь хорошенькие, вкусненькие, сладенькие патрончики с картечью. Я бы не отказался. А еще консерву бы какую-нибудь съесть не отказался бы. Тоже прикольно было бы найти консервы. Ну не. Игра занимается троллингом. Так. Что тут у нас есть? Сидишка, разбирай. Колготки в сетку одевать не буду. Нет, 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 нет. Не просите. Угу. Гвоздики давайте сюда. Так, мыло, кстати. И витаминку принимай.
Оружейный кейсик пустой, стройка, шитье. Так. В ванной что-то есть? В ванной ничего нет интересного. Что-то как-то шкафов мало здесь. Вам так не кажется? Платочек, кстати, бери. Пусть будет. И опять ешь витаминки. Две штуки. С этим домом мы закончили. Раз уж мы с ним закончили, погнали лутать гаражи. Убирай баррикаду. Ага, найс. Снял баррикаду и обратно поставил. Молодец. Это называется экономия гвоздей, да? Ё-моё. Еще и минус копье. Как не одно, так второе. Так, убираем. Нож выбрасывай. Копье самодельное в обе руки. Погнали душить их. Да, напугало меня, конечно. Ого! Вас там. Вроде тихо. Так, а ради чего я вообще это все делал? Не совсем понятно. Просто так. О, еда. Я прям чувствовал, что она здесь будет. Клянусь вам, было какое-то внутреннее чуйка, что я ее сейчас здесь найду. Сейчас как поедим мармеладом. Арахисовое масло забери, потом скушаем. Больше ничего здесь поедеть не будет. Это классика, это база. Что, на втором этаже? Как-то подозрительно тихо. Даже никто не стукает. Не люблю, когда так. Что прям вообще ничего не слышно. Слушай, неплохая. Неплохая боевая винтовка М14. Давай к насадке с нее еще снимем. Цены ей не будет, да? Хорошо. Так, их я возьму две штуки, наверное, на базу. Что можно будет починить. Так, сумка, понятно. Кроссворды тоже, понятно. Здесь у нас что есть? Здесь у нас ничего толкового нет. С этим домиком, в принципе, тоже закончили. Но тут уже до конца улицы осталось один дом и один гараж. Один домик и один гаражик. А где мое копье? Ладно, неважно, походим с катаной. А копье надо повесить. А, копье поломалось. Копье поломалось, значит, надо повесить на спину. Походим с катаной. Потому что можем себе позволить. Хоть катана и такое себе оружие в данном случае. Видишь, оно даже не ваншотает. Что, откуда? Ага. Ну, чисто для разнообразия и не просто их коллекционировать. Надо катаны уничтожать. Тем более прочность у меня уже вкачана. Не так жалко будет. Как на нулевом уровне. О, удочка. Здорово. Настоящая удочка, даже не самодельная. Да, настоящая, действительно. Круто. Наверное, круто. Витаминчики. Добро пожаловать в топку. Хавай, хавай.
Говорю, витаминов надо жрать очень много. Почему нельзя просто вот добавить кнопку, съесть пачку? Вот. Уважаемые разработчики, я очень вас сильно попросил бы, слезно. Сделайте, пожалуйста, добавьте возможность схавать пачку, а не тыкать по одному. Спасибо за внимание. Кто там с Айтероном знаком, передайте ему, пожалуйста. Так, это бери. Доставай магазин, перекладывай выдвижной ящик. Это сюда давай. Я там слышал, кто-то ко мне залез. Мне же не показалось. Мне кажется, что нет, не показалось. Так, это закрывай, здесь мы заночуем. Да, мы здесь действительно заночуем. Давай окна закрывай. Зубная паста. Ранец, полупрозрачные чулки, тоже их девать не буду, не хочу. Так. Магазинчик достань. Прицел снимай. Это ныкаем, это ныкаем. И вот это то же самое. Винтовку эту прячь. Прячь, 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 кыш, кыш, кыш. Так, арахисовое масло. Пора есть. Вот, вес вверх пошел. Давай-ка спать. Очень надеюсь, что будет 76 килограмм. И пропадет вот этот уже худой. Недостаточно, да? Я тебя услышал. Игра, я тебя услышал. От убирай из избранного, бери в обе руки. Ну это, блин, для я не знаю, как этим пользоваться правильно. Честно. Так, ну все, с этим домом тоже покончено. И с гаражом то же самое. Можно идти в обратную сторону теперь. В обратную сторону по этой же улице. Опа. А я этих чуваков лутал или нет? Я вот не помню. Ну что я точно помню, что я здесь проезжал и видел эти полицейские... Не, я их не лутал. Я их точно не лутал. Значит, придется. Слушай, а какой у меня там уровень? Длиннорежущее почти второе. Окей. Ну, до двойки точно добьем. Только опять же, для чего? Нужно ли мне это? Думаю, что нет. Так. Давай-ка пересядем, пускай он там. Потроллим его немножечко так. Вот, вот так вот можно делать. А ему же потом это все лишнее выкинуть. Так, это сюда и это вот сюда. Погнали к багажнику. В принципе. Так, кобуру двойную заберем с собой. Дома, опять же, я забыл. Переразложить все. Или как есть такое вообще слово? Переразложить. Так, насадочку снимай. Картечь ныкай. Рободук в багажник. Закрыто. Ничего удивительного. Авиаторы, вот. Их я потерял, их я и вернул. Так, это тоже разбирай. Пистолет с магазином. Бардачок. Бардачок перекладывай, молодец. Молодец, быстро справляешься со всем. Так, это сюда. И там фольги, фольги нет. Фольги нет. Очки для чтения выложим. Хотя лучше было бы их оставить. Это уже ладно, это уже лирика. Багажник пуст. К сожалению. Выберу кибери. Это вот сюда. Хорошо. Залазим. По-любому должен быть хоть кто-то. Не бывает такого, чтобы не было зомби. Ну.
Подшалося, блин. Ананасыч. Ананасыч, здорово. Я тебя съем. Так, он. Приветики. Вот я про это... Я хочу жить. Я хочу жить. Твою налево, а. Вот, ну вот как это называется? Объясните мне, уважаемые зрители. Когда просто их не слышно, они, ну, типа, что? Что это значит? Блять, ну я уже навоевался, да? Самое главное, что царапина это не от этого. Не от их царапки, а просто от того, что я споткнулся, упал. Ну и что вы стоите? Прыгай, бля, или что ты там будешь думать еще? Ё-моё, а? Стремота то какая. Деремся, деремся. Придется так драться. Да, ну вы видели все сами. Только что могла оборваться жизнь. Но опять же, для тех, у кого будут возникать вопросы, почему я не умер, я не особо что испугался, если честно. То есть... У меня сразу же начало складываться мнение, блядь, что делать и куда бежать, и как вообще выходить с этой ситуации. Мгновенно причем. То есть из-за того, что я просто не запаниковал, я, можно считать, что и выжил. Где-то кто-то завис, то ли в воздухе, то ли где. О, обезболивающее одно даже. Будто меня ждало. X8 прицел. Вот такой темы у меня еще не было, по-моему. Это хорошо. Так, это он, убери в обе руки. Прицел X8 прячь. На мини 14 пойдет у меня. Сия штука. Так, ну все. В принципе, с этим домиком тоже разобрались, наверное. Где там ты стучишь? Объясни мне, пожалуйста. Понял. Так, это зомби съели эти двери. Защитные очки, молоточек. Понятно. Ставим метки. Двигаемся дальше. Ненужные фонари для крыши. Да. Хорошо, что есть такие ворота. Вам там есть чем заняться, пока я тут лишнее повыбрасываю. Слушайте, не зря я взял катану, да? Вот вообще не зря. Складывается такое чувство. Так, патроны там надо будет забрать. Давай, иди сюда, иди быстрее. С этими крутыми очками. Что за очки, кстати? А, светоотражающие просто. Так, это забираем. Отсюда вынимаем патроны. Так, давай сюда. И погнали смотреть вот этот домик. Очень надеюсь, что там на втором этаже сюрпризов не будет.
зомби книжки стояла, читала, что ли? Выглядела когда? Или выбирала книгу? В прошлой жизни, значит, любила читать, что ли, получается? Блять, ну тут тоже кто-то... Что-то шорхается там. Но не совсем понятно, сколько их... Или есть ли они там наверху? Опять же, я не знаю уже, кому что там... Кому верить. Ну, давай проверим. Как я и говорил, длиннорежущие до двоечки докачали. Точка 22, что это за калибр вообще? Или я что-то забыл, или я что-то не знал. Пусто. Так, это у нас еще 20-29. Хорошо. В ванной что? Бета-блокаторы, дезинфицирующее средство. Кстати, у меня там дезинфицирующее средство вроде как должно было закончиться. А нет, оно не закончилось, оно просто отсюда вылетело. Так, это обезболивающее тоже прими. Пусть будет. Давай, бери катановые брюки снова. Винтик, винтик заберем. Винтик я такой, что заберу. Царапку. Винтик сюда. Так, умываемся. Экс. Ну и что тут у нас осталось? Два домика вот этих. И вот те можно будет идти забирать. Будет уже красивый, красивый кусок вестпоинта. Зачищенный. Тут работы, правда, еще очень много. Вы сами видите. Опс, зомби убежав. Вот там вот, видите, на первом этаже. Сейчас, по крайней мере, видно, что там кто-то есть. Все ломятся во все стороны. Может, что-то попроще попробуешь сделать? Обойти, например? Нет? Закрыто. Белая микроволновка. А что вы здесь вообще делали? Вы переездом занимались здесь? А потом ждали целый год, когда я к вам приду? Уж ни хера же нет в этом доме. Опа! Семена картоплы. Это я такое что возьму? Опа, подожди. Неужели там ножницы целые? А ты что в натуре? Это хорошо. Это я одобряю. Так, а где они? В избранное. И это и так в избранном. Мусор. Вот чисто ради интереса. Давай-ка попробуем что-то здесь с собирательством найти. Хрен ты что здесь найдешь с собирательством. Дверная ручка. Комикс. Бери комикс. Нифига ты в этих тайлах не найдешь. Либо мне просто не везет. Шапочка Бинни, бери на зиму. Тут? Угу. Привет, а там это самое, может быть, хватит? Блять, а как ее тут найти-то? Где? Я туда не полезу, нет. Я отказываюсь. Ой-ой-ой. Как много всего. Плюс канистра. Это я такой, что люблю. Канистры это хорошо. Так, что мы залутали эти домики? Эти домики мы залутали. Пошли к этим еще двум. Залутаем и их.
Почему? Потому что можем себе позволить это сделать. Так, гаражик я этот не смотрел. Или смотрел? Нет, точно не смотрел. Я бы баллон с пропаном не оставил. Присадочные прутки уж тем более не оставил бы. А еще и канистра. Никогда не деритесь катаной одной рукой. Погнали, наверное, лут выложим лишний. Так, уже там уже зомби находят. О, немножко мимо пробежал. Погнали, лут выложим и вернемся к этим домам. Где моя машина? Фига себе. Далековато я убежал, однако. Так, рука, ты собираешься там заживать или нет? Мне не нравится скорость атаки. Медленно. Пять канистр пустых. То есть тут еще топливо набирать и набирать надо будет. Либо же заправку какую-то отвоевывать. Фиг его знает даже. Я даже фиг его знает, если честно. Я думаю, что вы тоже. Вы иногда в комментах дельные советы даете, только дело лишь в том, что серии обычно записываются наперед. И когда выходит серия, в которой вы даете совет, а там уже залито 5 серий еще наперед. И ты такой читаешь, думаешь, блин, действительно, лучше бы я сделал тогда так. Но сейчас уже этот совет ни к чему. А иногда вы даете мне такие советы, от которых у меня аж полыхает. Думаешь, блядь, как тебе вообще этот человек милый в голову пришло? Либо же даете советы, которые были актуальны в 2013 году мне, когда я только-только знакомился с игрой. Так, катану выберу-ки. Привет. А что ты тут стоишь? Когда там уже будет четвертая электрика? Долго еще, блин, еще долго, действительно. Я даже не знаю, что лучше. Было бы собирать просто всю электрику и везти ее на базу, а потом уже разбирать. Либо же как-то... Да фиг его знает. Проще, наверное, так, как я делаю. Погнали второй этажик посмотрим. Хочу, чтобы здесь было снова много зомби, и пришлось через них бежать. Но, к сожалению, их здесь нет, очень обидно. Вообще хата пустая. Берет. Спортивная сумка. Берет и бикини. Чисто армейский сет. Ставь. Гаражи я прям сейчас просто посмотрю. Поэтому я прям сейчас ставлю метки. Паскуда, блядь. Они меня раздражают, а? Мне захотелось его убить именно доской. Не знаю почему. Так было нужно. Ого. Она забаррикадированная. Бля, ну конечно вы, да. Ну вы, конечно, и вообще. Ну давай ломать тогда так. Ну слушай, тут, в принципе, нормально они тут хранили. Топорик. Пожарный, он, наверное, того стоит явно.
Ну, что? Нас выпустили? Ура, свобода, да? О, рука зажила. Хе-хе-хе. Я с вами сейчас со всеми и разберусь. За счет того, что рука зажила. И только лишь за счет этого. Так, тут вообще двери нет, можно было так зайти, не рисковать. Я что-то видел здесь? К сожалению, не то, что мне нужно, но бутылку воды мы возьмем. Пусть будет, как говорится. Вода не кусается. Кусаются только лишь зомби. Бантик. Ластырь. И все, в принципе. Ставим метку. И прощаемся с вами. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.